Привет, бойскауты! С вами Кьюбайт, и добро пожаловать в LEGO Marvel Super Heroes! Мы здесь будем создавать сегодня меня, потому что в LEGO Batman мы уже это пробовали делать, и вам вроде бы понравилось. Давайте попробуем это сделать в LEGO Marvel Super Heroes. Я уже прилетел в медицинский центр практически. Вот, я здесь, и будем создавать меня. Будем пробовать делать супергероя из меня. Так, здесь есть снова две кабинки. Ну, давайте попробуем. Вот эту вторую, мне она как-то больше нравится. Посмотрим, что здесь за детали есть и вообще, что можно из этого соорудить. Окей, это я, видимо, уже что-то пробовал делать. Тогда давайте пере... О, боже мой, это Веном. Что с ним? Так, ладно, изменить можно. Ну и начнем, пожалуй, с чего можем начать. Тут имя есть, окей, оружие. Оружие, что можем ему дать? Можем дать ему лук, это странная штука. О, когти. Я бы хотел себе когти, как у Росомахи. Но, окей. Мы посмотрим что-нибудь другое. Ой, это уж голова пошла. Оружие, кольцо. Во! Вот такие возьмем, вот такие вот возьмем. Обязательно мне не нравится. Это вроде как у Саблезубого, да? У брата Росомахи. Хорошо, берем. Это сочетание довольно странное. С гоблином. Да-да-да-да-да-да-да. Нет, не очень. Вот мне нравился капюшон гоблина и... Он смотрелся до... О, вот он. Давайте его оставим, и даже лицо очень подходит. Так, окей, там что-то болтают, это нам интересно. Волосы. А, нет, тогда мы не сможем... тогда мы не сможем, да. Лицо. Лицо мне нравилось более... Это же маска, как можно это делать на коже? Ладно. Мы это забудем. Это все странно смотрится. О, слушайте, лицо Дэдпула очень неплохо. Так... Берем. О, цвет волос! Цвет кожи, точнее. Можно сделать желтый. Нет. Пожалуй, я хочу взять. Какой тут был? Фиолетовый был где-то. Так, давайте выберем вот что-то. О! Может, такой нет, это слишком. Во, такой, такой хочу взять. Давайте теперь выберем тело. Это тоже будет немного странновато. Способности у нас будут как у Саблезубого, это меня немного смущает. Я бы хотел что-то покруче. Хм. Кстати, а от кого это? Даже не знаю, чье это тело. Ну ладно, оно выглядит круто, очень круто. Подберем. О, мне кажется, красный еще. Вот видите, с этим поясом здорово будет. А теперь здесь, ну, нужно под цвет кожи искать. О, кажется, я нашел. Да, это то, что нам нужно. Здесь, я думаю, красненьким возьмем вот таким. И ноги. Еще нужно взять ноги. Слушайте, выглядит замечательно. Имя я пока не буду, потому что там странно водить, не хочу. Способности. Способности мне не очень нравятся. Так, мандарин, Локи, Дэдпул, Сорвиголова, Соколиный глаз, Капитан Америка. Ну как бы здесь... Способности Тора. Ну давайте возьмем Саблезубого. Я могу как-то это сохранить теперь. Окей, мне нравится. Да, все. Я хочу его выбрать. Что мне нужно сделать, чтобы его выбрать? Нет. Так, вернись, пожалуйста. Железный человек, ты отстойный. По сравнению с Кьюбайтом. Супер крутым. Мы его берем. Где? Отлично. Так, ну давайте посмотрим. Слушайте, выглядит good. Эй, почему у него оружие другое? Должны быть когти. У него дэдпульская вот эта катана осталась, она мне не очень нравится, но да ладно. Слушайте, ну выглядит замечательно. Так, окей, это выбор персонажа. Выглядит классно. Давайте еще раз попробуем. Только нечто крутое. С крутыми способностями хочу полетать. Вот нужно персонаж сделать, который умеет летать. Здесь у нас стандартный... Да, Тор. Стандартный стоит Тор. Мы возьмем что-нибудь другое. А, вот здесь есть рандом. Рандом не очень классный, поэтому... О, здесь уже Дэдпул есть. Ну, давайте из нее начнем. И будем уже выбирать что-то. А Росомахи нет. Вот кто там у нас умеет... Каратель? Нет. 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 Ноп. Ноп. Кто-то умеет летать. По-моему, только Капитан Америка не умеет. Каратель Гамбит тут... О, Тор. Только он умеет летать, поэтому возьмем его. Почему тут как-то очень все это ограничено? Я не знаю, зачем это сделано. Что здесь есть? Бэтмен. Бэтмен в Лего Марвеле. Ну, ничего себе. Ну, я знаю, что это Черная Пантера, не нужно писать в комментариях. Здесь Галактус есть. Кстати, мне кажется, или детали отличия... А, это... Это вообще не шля... Есть волосы, давайте волосы попробуем. Это очень странно было бы. Во, вот это прикольное.
Вот это забавное. У него как будто, не знаю, какое-то тесто на голове. О. И способности у нас, кстати, могут быть циклоповские Тора. Вот таким образом это все можно. А если я вот... Глаза интересные, но... Веном плюс Тор. Вот, давайте возьмем. Слушайте, это забавно. Только кожу, да, поменять было бы круто. А, выберем какую-нибудь красную. Нет. Давайте, может, синюю. Ну, у нас там была подобная. Нет, поэтому выберем что-то другое. Может, желтую вот такую. Не знаю. Здесь все как-то странно. Давайте выберем... Вот сейчас первый... 3, 2, 1. Все! Вот. Ну, он немного, по-моему, не изменился. Ну, ладно. Теперь тело. Кстати, вот этот мне наряд очень нравится. Вот этот неплохой. Но, опять же, много красного. Во! С желтым. С желтым возьмем. Теперь... Ну, конечно, красный подходит, но у нас уже было с красным. Может, белый? Давайте белый возьмем. Хотя, вот я знаю, что красный больше идет, но ничего. А вот здесь мы возьмем красный. Вот так. Во! Найс! Тут только нужно тоже белый взять, чтобы как-то хоть сочеталась эта штука, потому что сейчас она выглядит довольно странно. О! Есть прям белые. Отлично. Кошкин какой-то дом. Не хочу. Не хочу. О! Неплохо. Достаточно неплохо. Мы выберем. Сменить основу. Нет. Я могу как-то... Давайте попробуем за этого персонажа поиграть. Кстати, по идее, я могу даже выбрать. Что, а что ты умеешь? Так, он умеет бить. А что у него от Тора? От... Он ползает. Это даже как-то... Чё? А он только что ползал. Так, это молнии, хорошо. Это отлично. А что ты еще умеешь? Вау! Он умеет так ползать. Здорово. А ты летать хоть... Все хорош, чувак. Очень странный получился парень. А если я могу... Я могу выбрать их? Где-то этот здесь был. Нет, это явно не он. О, теперь сражение. Кто выиграет? Какой? Это Кьюбайт, например, будет первый. Кьюбайт первый, а этот будет, не знаю... Кьюбайт, новое будущее, как-нибудь так его назовем. И давайте сразимся, кто будет, кто победит. О, черт, Дэдпула неплохо так. И у него, кстати, да, скелет был виден. Или это у всех персонажей, не знаю. Ну-ка, меняемся. Ну вот, мне кажется, что... Дэдпул, давай. Кьюбайт первый, давай, ты сможешь. Ты сможешь, что-то он не попадает совсем. По-моему, я его уничтожил. Смотрите, от него ничего не осталось. Все, ты победил, хотя ты мне нравишься больше по виду. Смотри, какой он крутой. Там был код, по-моему, персонажа, так что можете себе забрать его. Он очень классный. Не знаю, мне очень нравится. Правда, оружие поменял бы. А так, в принципе, выглядит неплохо. Ну, я думаю, что на этом все. Пишите в комментариях, какого персонажа вы хотели бы еще увидеть в LEGO Marvel Super Heroes. Вам вроде бы это все нравится, так что, да, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И заходите в группу ВКонтакте, там много всего интересного. Спасибо, что посмотрели. Пока!